Жителей Самарской области приглашают принять участие в акции «Сбор «Умный город». Ее проводит Минстрой России совместно с Народным фронтом в рамках проекта «Все для победы», сообщает администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале. Поддержать бойцов и жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также помочь в восстановлении инфраструктуры новых регионов страны может каждый. Отправить письмо со словами поддержки, распространить информацию, передать оборудование или перевести в фонд средства, любая помощь важна. Перечень предметов первой необходимости опубликован на официальном сайте проекта «Все для победы». Получить подробную консультацию можно по телефону, указанному на экране. Администрация Советского района напоминает о важности диспансеризации. Это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья. Основные задачи диспансеризации – выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, консультация людей с высоким сердечно-сосудистым риском. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что музыкальный проект «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас» успешно развивается. Для участия в нем поступило более 330 заявок. Понравившиеся композиции уже звучат в эфире. Проект реализуется Фондом Героя Отечества, Министерством обороны России, Росгвардии России и других организаций. Цель проекта – сбор песен, написанных участниками специальной военной операции, их женами, матерями, близкими родственниками. Лучшие музыкальные произведения будут отобраны и изданы.